Все, окей. Это было не по DLC, если что. Это какие-то из основной игры диалоги. Может, это новенькие, не знаю. Блин, я просто на секунду. Вот у нас была вот эта миссия, да? Длительность короткая. Ну да, да, я заметил. Короткая, да, была. Все так и было. Так, великий эксперимент. Спустя десятилетия кропотливой работы Загана, его эксперимент наконец достигает своей кульминации. Время суток ночь. А, это длинное, блин, походу на 5 часов. Если короткое это на час, то что такое длинное? Хочу сюда. Если тут выбор высадки, хочу сюда. Че, не знаю. Раз хочу в сад. Мы, я уверен, сейчас будем громоотводы. Вот этот тыкать, вот этот. Может быть, где-то здесь в центре еще один есть, не видел. Look at that plant. It's huge. And where is this lightning storm coming from? One of the many reasons why I chose to base my work here were the very predictable weather patterns. So what? You just walk up to the spooky plant maiden and wait until lightning hits it? No. The powers of the above must be channeled through the coils I built. I presume that's where your friends from Gran Alcazar come into play. I just have to activate them by telling them the passphrases I've ingrained in them. Hmm. Is this part of the plan too? The prognosticar is holding an acolyte. No. Removing the acolyte from the equation should allow the prognosticar to refocus. What about the coil in your laboratory? The lightning doesn't strike it. I will have to inspect it before I put my spell on the prognosticar, but I'm certain I can fix it. Once the three coils on the outer islands are connected, the one inside of the mansion has to be activated. Let's also not forget about the secret passage we opened up last time. Indeed. Please, choose a landing, Avia. Да, как я говорил. Хочу сюда. Ну, окей, нас весь остров заставляет зачистить. Ну, я согласен, на самом деле. Я бы хотел весь остров почистить. Хочу отсюда начать. Блин, потому что, ну, здесь мы уже начинали, да? Вот здесь вот мы не начнем. Точнее, тут. Погнали в сад. Ой, а кем мы будем проходить? Ой, я не знаю, сложно. Ну, смотрите, Пинкуса я наигрался. Блин, Квентина давно не было. 12 от его, да, накопилось. Блин, Юки? Юки как будто бы слишком сильная, не хочется ее брать. Смотрите, у нас теперь есть выманивание, у нас есть второе выманивание. Давайте Юки, ладно. Из первого DLC персонаж. Пойдет. Ну просто другим, ну блин, я уже другим всеми переиграл. Гаэль не было давно, да? Но я не хочу Гаэль. Я не хочу Гаэль и Квентина. Это тоже. Мне, короче, вот эта пати уже поднадоела. Слишком много тоже им наиграл. Веселые, конечно, ребята. И здесь, наверное, классно заходят, но, наверное, нет. Хотя лучше так. Понял, что вообще Юки делает, потому что я уже не помню даже ее билки. So this is it, huh? Still worried you'll find nothing? There might be some doubts floating around in my mind. You know, your obnoxious overconfidence suits you much better than this ponderous little sulk you're doing now. As usual, your observation yields no discernible benefit to the conversation, Aethia. Ah, there he is. Hey, okay. Сохраниться хочу. А можете здесь поплыть? Ну-ка. Кто там плавать умеет? Ага, здесь плавать можно. А, теперь вопросик. Интересно, куда мы можем поплыть? Откуда мы можем выйти? Сюда можем выйти? Ага. Зачем? Сюда не можем. Сюда не можем. А вот сюда можем, да? Это что за место вообще? Блин, кстати, прикольно. Мне, кстати, рад, потому что я взял персонаж, который умеет плавать. Сюда можно, да. Но я предполагал, что сюда можно. То есть этот чел убьем. А, сюда куда-то можно? Сюда можно? Серьезно? Видите, сюда нельзя 100%. Да не, не верю.
почему показывает, что как будто бы можно? Он везде вроде показывает, так. Мы даже не плывем, да? Я не представляю, Шаня плывет. И куда ты плывешь? Ты же не выберешься туда. А, да? А, нихера себе технологии по мачте забралась. Ладно, согласен. Ой. Нихера меня там людей назамечала. Ладно, мы не поплывем сейчас туда. Это проверочная была, чисто ради интереса. Ну, короче, мы запомнили, да. Можно поплавать немного. Пока, наверное, этот остров зачистим. Этот остров, я думаю, будем отсюда защищать. Ой, так, что у нас тут есть? Здесь мы еще ни разу не были. Как и на острове с маяком, да. Так, а это с чем? Ага, это отсюда дверка. Можем, кстати, до нее дойти, если вдруг нам понадобится. Так, лианчики у нас есть. Да, у нас есть плавать, и лианы умеют из этих чела. Этот как не умел, чего так и не умеет. Окей. Тогда для него лесенка. А, что, давайте карту посмотрим. Не очень много людей здесь. Эти двое, вот эти двое и вот эти двое, да? Этот немного мешает нам? Не особо. А, ну у нас ночь. Ночь халява, как будто бы, да? А вопрос, кого начать? Так, вопрос, кого прогностик видит? Как сильно она мешает убивать челов? Достаточно сильно мешает, да? Но, опять же, у нас есть имба-персонаж. Давайте вспоминать, что Юки умеет. А, ловушки умеет ставить, да. Прогулка Тануки. Это чтобы за Тануки шел, либо... Ага, все, вспомнил, да. А Кринджа маленькая. Окей, смотрите. У нас есть Квентин. А, Квентин может заманить чела сюда. Это может поставить свою ловушку сюда. Енота сюда. Спрятаться. Я не помню, она снизу может активировать приманку. И надо на той же высоте быть, да? Так, в кустик спрячемся. Тихо. Не надо. Отсюда достанешь? Короче, если куда-то сюда бросить... А, не могу сюда, только сюда могу бросить. Блин. А, она громко. О, неоу. А как? Ну, типа, чисто технически я могу сюда чела подманить, а дальше как? Если с прогностиком я их могу убить? Как будто бы, если все уйдут, то я могу вместе с прогностиком их грохнуть. Этот чел, правда, отходит, и вот этот смотрит на нас теперь. Если мы дожидаемся, когда этот патруль уходит, и вот этот чел друг с другом разговаривает. Жестко, по-моему, слишком не. Жестковато такие тайминги. Таймить. Oh, that's easy. Или that's easy? Не, ну может быть easy. Я не уверен. Потому что мне тут кучу трупов надо попрятать. А если я ловушку убью, то они все заметят, да? Так не работает. Нет, чисто технически можем не сюда заманить, а куда-нибудь... Watch me, sensei. Можно вообще Юки здесь в соло, мне кажется, разрулить. Good idea, Marley-san. Marley-san? Nonsense. I feel nothing. I feel nothing. Leave it to me. Видит, сволочь. Oh, одна скорость, наверное, была. Oh, that's easy. I measure is unceasing. Мне кажется, вот этого парня надо начинать. Он такой достаточно уязвимый, как будто бы, да? Пойдем теперь не будет там вот этого чела отвлекать. Стоп, она даже после убийства трупы не оставляет. Убить врага медленно так и ближнего боя. А трупик не остается даже обычного убийства, что. Memory. Let's do it, Kuma. Kuma, let's over there. Over there. Бля, как бы не спалить себя. Get ready, Kuma. The flame guides me this way. Да-да. Блин, реально какой-то еще один имбы персонаж.
Не успел? Да блин, чуть-чуть. Ну, это тоненького, да, я не успел. И чуть-чуть быстрее бы все делал. Так вот, например. Блин, как же он долго идет. Давай. Успеешь. О, найс. На этот раз успел. Ну, чуть-чуть там не хватило тайминга. Так, прогностик, ты что видишь? Комиссара видишь, да? Но с комиссаром мы так уже не поступим. Но! У нас есть бесконечная хваталка. Опа, а что такое? Так, один чел... А, нет, с комиссаром не пойдут. Видите, мы могли сюда поставить ловушку. Так, я успею. Ща. Wake up, Katana-san. Katana-san. Watch me. Так, это же прогностик нам не нужен, мы его просто убиваем. Блин, ну Юкимба, ладно. Возможно, ошибки я был брать. Я хотел ее взять, вспомнить, что он мне там зависит за кнопочки вообще. Your power is amazing. Ну, короче, вот этот чел хорош против прогностиков. То есть он очень сильный контроль на них оказывает. Сам по себе он не супер сильный, то есть ему нужно впать вот реально вот такие, как Юки. Так, Инотика вернем. Блин, пришли, нам туда не надо. Нам там неинтересно больше. Окей, следующая часть. Что нам тут сделать надо? Активировать прогностика в разрушенных садах. У нас тут прогностики держат каких-то челов. Нам надо, чтобы этих челов не было, да? Или что? А, нет, он держит эту штуку. А там кто-то калиты держал зачем-то. Здесь, да, это было? Ты зачем? Промазал, типа? Вместо вот этой штучки на калиты нажал? Камеру поднять. Ладно. Ладно, что у нас тут? Это сродницы, комиссар патруля, ага. А это кто? Ой, судья тут. Как неловко. Башенка. Блин, ну надо с судьи как будто бы начинать. Уже заметили. If there is value, it's mine. Заметил. Бля, билочку Квентина, да, даже нигде не нажать. Нет никаких этих ловушечек. Не покликать ни на что особо. С этой стороны. Судья даже сюда видит. Ну нет, тут судью как будто бы надо в первую очередь грохать. Как будто бы да, с другой стороны все-таки можно поставить прокрасться. Может за Гайном, кстати, потому что он может снизу убить. А, бля, он ползать не умеет. Ну тут есть как бы ступеньки, да. Стоп, погодите, я могу? Не умеет тушить фонарики даже. Я вообще тут бесполезен, да, на Квентине? Что-то делать. Не, ну фонарик как будто бы надо затушить. Может быть, кто-то забайтится на фонарик? Да, мне кажется, его никто не видит. Надо фонарик, надо потушить. Тушите ему фонарик. А, еще вот этот. А, ну этот уже не потушить, у него, да. У него прапанное пламя, его не потушить, блин. А я здесь не поднимусь, получается. Этот фонарик никто не видит, там на него никого не забайтить. Никак. Получается, нас вот этот чел беспокоит или кто-то еще беспокоит. А, и вот этот беспокоит. И он тоже. А, ну он отворачивается, ладно. Он не сильно беспокоит. Что, успею? О, можно, ладно. Можно даже не лианым челом пройти. Ну, как будто бы лианы тогда бесполезны. А в чем их преимущество? Потому что мне здесь таймить не надо. Вау, вот это преимущество, конечно.
Да. Через тебя мы прибежим, я думаю. На пофиг. Главное, что только у нас, он нас видел. Who will be held? А, наверное, вручную его отключу. Меня заметил судья. Бежать мне только надо не отсюда, а вот отсюда, откуда-то. A merciful approach. Вот мне даже не этот чел нужен. Почти. А вы что, выходить не собираетесь или что? Я думаю, они далеко пойдут, они что-то развернулись здесь. Схерали. Что вы вообще делаете, не понял? Или они туда-сюда ходят? А, серьезно? I knew. As expected. As expected. Так. Еще один as expected. That was predictable. Predictable. Expected. We did not stand here alone before. Давай, мы уже здесь. Может, дотягиваемся до судьи, да? Ну, чисто технически. А мы можем так убить? Нас же спали, да, или нет? Я забыл, как работает. Ну, судья, иди. Так, кто-то видит? А потом его тоже никто не видит, надо убивать, пока никто не видит. Ой, чел повернулся. Vegetation. Does it hold things on? I will make it work. Divergence. Как-то плохой тайминг разворачивается. А чё вы ищете? А чё вы потеряли? Вам кого? А чё они ищут? А что они увидели? Я даже не уверен. Интеллект. Или еще что-то надо? Это вопросы? Ну как видишь? Вроде вопросы закончились. И успокоились. Они, кстати, синхронизировались все друг друга. Они сейчас нормально встанут. Да, типа один ушел, второй остался. Значит, будет стоять пока. А, нет, смотрите, что-то с пистолетом ходит. А что ты хочешь с пистолетом-то? Чего тебе надо? Ты тут нет никого. Иди на пост свой, стой. Что он забаговался? Блин, опять баги. Багов до хера был. Вопросика нету, а чел ходит с пистолетом. У него просто анимация забаговалась. Как будто бы просто анимация выгнулась, да? То есть чел не с пистолетом на самом деле ходит. I will hollow them out. Ой, не знаю, успею здесь, не успею. Вот сейчас примерно надо, да? Не, ну так и не успею, согласен. Так, а ты прям сюда долго смотреть будешь? Все-таки повернулся и... Нет, отсюда бесконечно будет смотреть. Не вариант. Ладно, не очень-то и хотелось. Так, а зачем мне вот эта позиция? Здесь ничего буквально нет, но сюда при этом на лиане предлагают. Что-то лианы какие-то реально useless немного, как будто бы. Лианы всегда такие были. А я просто не замечал. Ой, блин, так, а с кого тогда начать? Ну, опять же, у нас есть персонаж, который умеет выманивать. Как будто мы можем выманить сродниц даже. Настолько все сурово. А черепочек, по-моему, светится, но он все равно не привлекает, да, в темной зоне. Что-то я не помню, тестил, как там было по итогу. So many tricks. Leave it to me. Блин, не, наверное, юг я хочу с этой части оставить, а вот этого поднять наверх. Попробуем так. У нас, кстати, нет отвлечения ни у кого, да, то, кроме Загана. Так, Заган, иди сюда, будешь отвлекать. Окей. Okay. Или нам лучше сродниц отвлекать. Что этот чел-то нас не видит. Кстати, нас видит, да. Отвалите. Вот, так, отпусти страницу, пускай идут. А у нас, когда одна будет стоять здесь, мы приманим одну сюда, задержим ее. Мы прямо сейчас можем ее приманить. Нам главное, чтобы они сейчас ходили, они на месте, я. А где они? А, они перед друг к другу.
Все, мы сейчас дождемся, когда она дойдет. Короче, посмотрим, куда она смотрит. Но здесь темно. Вот сюда можно кинуть. О, поймали одну сродницу. Сейчас мы ее не задержим. Все. Забери у нее череп того хрена. Нельзя? Потому что она в этом стане. За станиных персонажей нельзя ничего забрать. Так, радиусы хватает убить. Ой, так. Нас тут не спалит же? Патруль, патруль пока больше всего беспокоит, да? Патруль, как смотришь? Это якобы светлая зона. Сейчас посмотрим. Он чуть-чуть видит, но мы должны, по идее, успеть убить, собрать там все вот это, да? Так, окей, теперь ты. This is adventure. А, так, нам нужна теперь вот эта штука. Но мы ее как бы выманим куда-нибудь сюда. И, по идее, никто не увидит ее килл. Здесь поднимемся, наверное, безопаснее здесь подниматься как-то. Так, и вот сюда встанем. Все, когда она будет здесь проходить, мы ее заманим... Ой, енот забыл поставить. Окей, радиус енот нормальный. Так, все, это заманим на енот, ее здесь убивает. А, и вторую мы при этом тоже грохнем. В любой момент ее можно грохнуть. А, нет, вот это резница, если не... Стоп, а как это работает? Она же в бревно должна превратиться, не? И она превратится только после конечного килла. Я, кстати, не знаю, как это работает. Я, по-моему, даже не тестил это. Кстати, интересно сейчас посмотреть. Ну-ка. Тануки парад. Хватит ей рейнджи? Людей должна хватить. Что-то она идет. Умирает. Превращается в бревно. Да ладно. Чего? И мы разорвали таким образом связь? Что? Чего, блин? Погодите, а если я сейчас ее отпущу? А если я, в принципе... Погодите, а если я не... Что за механика? У нее вопросики появляются. Нифига. Ладно, она ее воскрешает. Из бревна. Окей, я понял. Так, ладно. Нельзя обузить. Обуз как бы продуман. Так, ну тогда мы просто ждем, когда эти челы идут, и убиваем эту штуку вторую. Она встанет, стоит. Так, поворачивают. Они даже не поворачиваются. А, они поворачиваются, блин. Другой повернулся, да? Что-то они как-то поздно повернулись. Это, по-моему, повернулся. Да. Ну ты сволочь, конечно. Достаю. Да, может быть, даже так успею, мне пофиг, не? Все, едем. Нормально, тут много времени, на самом деле. Так, от этих избавились. Ну, блин, выманивание, да, мы и первую выманили, и вторую выманили. Ну, знаете, как будто бы противовес, то есть у нас предыдущая миссия была с нулем выманиваний, как это выглядело, и как это, когда у нас есть выманивание аж 2. Ну, у Загана нет выманивания, но он обязательно, поэтому, как бы, Заган плюс 2 других персонажа, 2 без выманивания и 2 с ним. Так. Патруль грохнуть? Ну, этот чел меня больше всего беспокоит. Как будто бы можно его куда-нибудь заманить в ловушечку, не да? Прикольную. Вторую юки подстроить. Так, а может, тебя никто не видит? Может. А кто его видит? А никто его не видит. Он никому не нужен. Все, хана тебе. Изи. Nothing personal.
Так, let's go. Let's go. Куда? Сюда? К этому челу? Здесь как-то слишком светло, да? Ну, простое уже, на самом деле, все осталось. Мы как бы самое сложное все разрешили уже. Аккуратненько. Чисто технически можем на блоки оформить. Главное затаймить все правильно. Блин, затаймить будет тяжело, кстати, все правильно. Может, не надо? Remember the Twilight Corsair. Do I need to recharge? Ладно, не будем рисковать. Oh, so sharp. Да блин, увидел. Он четко сюда смотрит. Return. Their worship is misguided. The Corsair is hunting. Strike fast. Так. Ноль трупов, кстати. Сделали дабл килл, спрятали 0 трупов. А, здесь трипл килл уже делаем. Красивый трипл килл оформить, да? Надо этого чела похилить, во-первых. Кого тебя хилить будем? Я могу тебя держать? Ага. Ты будешь хилить этого? Ой, хилить, убивать. Хилить не надо его. Хилиться. Хилиться об него будешь. А, так, и кто там в юге осталось? Где? Так. Oh, that's easy. Оно? Видите? Your power is amazing. Нормально. Triple kill. Slice and stuff. У меня, кстати, еще три чела, которые, можно сказать, трупы не оставляют. Кстати, реально имба, то есть это не оставляет вообще трупов, в принципе, не после ни одной, как бы, из своих обилок. Этот чел после этой своей обилки не оставляет трупов, а этот чел может прятать их. Вот этих не может, кстати. Так, ладно, мы почистили этот остров. Погнали смотреть, что у нас тут с этим парнем связано. Опустошение? Desolation. Now I get it. The prognosticars are connecting the coils to the plant. Exactly. Time is moving fast. Well, time is moving fast. Так, давайте все вместе теперь. Так, первого зачистили. А что нам вообще надо? Чем мы сюда пришли? Я забыл уже. Ой, где это? Карта. Ой, а, не карта. Да, кнопка. Так, избавиться от катлит, который зачем-то заморозил прогностик. Мискликнул, с кем не бывает. И вот здесь у нас еще один. Окей, да. Пойдемте на маяк. Как мы на него пойдем? Здесь какой-то мостик. А, да, здесь мостик. Ой, и здесь и пойдем. Why not? Так, где мы там? Давайте сюда. О, вы уже здесь. Давайте стоите. Мне показалось, или они стояли? Можно, блять, убрать просто стояние. Зачем оно нахер нужно? Просто уберите механику стояния. Все, она нахер не нужна. Нету ни одного момента, где нужно стоять. Типа, когда ты бежишь, ты не... Да, блять, для того, чтобы начать бежать, ты не нажимаешь встать. Ты просто нажимаешь дабл-клик, и у тебя персонаж бежит.